Привет, мой сладкий, привет, мой хороший, крепкий. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. И решила сделать сегодня такое видео с покупками из Алиэкспресса на День Святого Валентина, потому что очень многие блогеров посмотрела те товары, которые привезли к этому празднику, и очень-очень сильно захотелось все купить для своих друзей, близких. Вот, и я, наверное, выложу это видео уже после праздника, когда все подарки подарю, потому что мои друзья будут смотреть это видео, и будет, конечно, очень обидно, если они увидят все эти подарки, что я для них купила. Вот, итак, первое, что я покажу, это вот такое плюшевое сердце, красное, безумно красивое, такое мягкое-мягкое, очень-очень приятно его держать в руках, оно прям очень мягенькое такое. Вот, здесь на такой ленточке идет, его можно вешать, а можно просто как подушку на диван класть, либо на спинку дивана. И, конечно же, вот эта серия We Love, которая каждый год выпускает подарки ко дню Святого Валентина. Вот, и в прошлом году, конечно, не было столько всего интересного, как в этом году. Ну, по крайней мере, мне не приглянулось столько вещей, как в этот раз. Далее идет самая громоздкая, неудобная, это упаковочная бумага, которая безумно плотная, ее хоть как обои используй. Вот, вот она очень толстая, прям очень-очень-очень толстая. Забыл, как называется такая бумага, не гофрированная, кажется, какая-то еще. Ну, в общем, ее можно для упаковки цветов, подарков использовать. Лично я хотела взять именно для фона на видео, на фотографии для моего инстаграма, потому что из такой плотной бумаги не очень-то удобно упаковывать подарки. Хотя, ее здесь очень много. Тут несколько листов. Около 5, кажется, листов идет, честно. Не помню. Да, здесь даже нигде не указано, у меня нет упаковки от нее. Там была еще малиновая, такая, как бы даже не знаю, как такой цвет назвать. Он фиолетово-розовый такой, ну, я не особо его люблю. И нежно-розовая. Но мой любимый цвет голубой, поэтому у меня инстаграм в голубых оттенках, и вот этот цвет идеально подойдет для моих фотографий. Далее идет такой вот мимимишка, очень классный, очень тоже мягенький, опять же на красной ленточке, тоже же с этой этикеткой. И такой вот он белый, очень приятный, здесь вот приклеено у него сердечко вот это на грудке. Взяла его для подруги, у нее очень много белых медведей, и здесь красный цвет, ее любимый цвет представлен, и я подумала, что он подойдет ей в коллекцию и вообще должен будет понравиться. Итак, далее идет вот такая вот гирлянда сердечки. Думаю, сейчас я ее вскрою. Итак, я открыла упаковку. Здесь 30 сантиметров длина. И она очень красивая. Я выбрала золотую, потому что очень-очень люблю сочетание золота и белого цвета. И у меня стены голубые с сиреневым, там была еще красная, но люблю, когда золотой сочетается с голубым, и мне кажется, это очень красиво смотрится. Она довольно такая нелегкая, потому что здесь такой толстый картон, и блестки вот все на руках остается, все такие блестящие руки потом после этого. Но мне кажется, это очень-очень красивая такая гирлянда, а здесь можно по желанию, в принципе, самому отклеить это все, переклеить как нужно, ставить фотографии, либо просто вот сюда ее приклеить. Также здесь можно маленькую сделать фотографию. Вот, ну, у кого руки из правильного места растут, может придумать что угодно. Далее взяла вот такой вот пакет декоративных сердечек пластиковых. Взяла их для своего инстаграма, опять же, хочу раскидывать на фоне, когда я фотографирую блокноты или косметику. Вот, люблю, когда мелкие детали раскиданы так на фотографии. И вот эти сердечки прям идеально подойдут. Они такие пухленькие, можно сказать, да. И можно даже в прозрачную какую-то вазочку насыпать, будет смотреться очень симпатично. Далее взяла для DIY, который буду готовить ближе к весне.
из таких вот палочек для мороженого разные поделки хочу сделать. Вот, надеюсь, вам понравится. Единственное, что я искала чисто не окрашенное, но фикс-прайзы везли вот такие вот цветные, как радуга. Думаю, в принципе, можно будет постараться побольше краски развести, нанести, чтобы закрасить цвет. Не буду открывать их, потому что потом некуда будет класть. Они называются ярлычки садовые, то есть вы сажаете семена, берете палочку, пишете маркером на ней, что вы посадили, и вставляете в горшок. Вот, но я взяла именно для DIY, и надеюсь, что в принципе не будет проблем с ними, потому что они окрашенные, но тут каждого цвета разное количество, тут не одинаково. Тут, например, фиолетового и зеленого больше всего. А вот, например, голубого, желтого меньше, чем остальных. Далее идет вот такая вот фоторамка, которую я взяла тоже для своей подруги и для DIY. То есть у меня два экземпляра. Вот, я хочу кое-что сделать, потом увидите на видео. Это рамки деревянные, здесь чистое дерево, как можете заметить. Вот эта пластиковая защита стоит, вот она вытаскивается сверху. Можно сюда ставить фотографии в каждую рамку. И здесь бубенчики. Но мне кажется, бубенчики здесь вообще ни к чему. Можно было бы их отцепить и сюда прицепить какие-нибудь красивые бабочки пластиковые. Либо, может быть, тоже сердечки какие-то. Ну, в общем, как позволит фантазия. Вешается вот на такую бечевку. Не знаю, удобно это или нет, но... В принципе, нормально, да. Так что вот такая вот рамка. Единственное, да, что смущает, это вот эти бубенчики, которые постоянно гремят. И если у вас кошка в доме, то можно попрощаться с обоями. Далее взяла на подарок вот такую вот свечу, которая очень красивая. Я не буду ее вскрывать, потому что здесь так красиво бантиком упаковано, а внутри еще нарезана вот эта вот бумага мягкая для украшения. Свеча-цветок. Она в виде розы, и еще в сентябре изготовили. Вот представляете, они уже с сентября думали о том, что будет продаваться сейчас, к 14 февраля. Очень интересно. Вот, так что свечки очень красивые. Там тоже много разных оттенков представлено на выбор. Но вот это вот мне больше всего понравилось. Далее идут вот такие вот прищепки с сердечками. Тоже взяла на подарок. Тоже не буду вскрывать, потому что подруга очень любит фотографии. И я думаю, что идеально будет ей подарить вот эти вот прищепки, на которые она сможет на свою доску там желаний или как еще назвать, да, на стену вешать фотографии на эти прищепки. Далее для DIY я взяла вот такой вот набор украшения подарков, упаковки. То есть здесь идет два бантика таких и три разные ленты. Тут довольно их много, да, если они, конечно, не сильно плотные. Но мне очень нравится дизайн, то что здесь розовый с красным белым перекликается. Это очень действительно романтично выглядит. И тут что у нас? Тут, по-моему, не сказано. Нет, не сказано. Сколько метров у ленты, но надеюсь, что нам хватит для видео. Вот, ну, там был еще красный набор чисто, но розовый больше всего нравится мне, потому что он такой более нежный, девчачий, чем красный. Ну, далее идет еще один мимишка, тоже на подарок, вот такой вот розовый, нежный, просто очень-очень красивый, нравится мне так, просто... Прелесть, не знаю, мне кажется, все девочки, которым подарят таких медведей, будут просто в диком восторге. Ну, по крайней мере, я была бы рада, хотя я сама не любитель медведей, больше зайчиков люблю, но он очень красивый и очень милый, его приятно в руках держать. Еще одна рамка для DIY и для подарка, вторая версия, ну, второй экземпляр, точнее, тоже она идет на такой вот бечевке. Веревка, бечевка. Здесь идет такая рамка, опять же, с пластиковым окошком. Единственное, что вот тут вот скололось из дерева, и поэтому я, скорее всего, это оставлю не на подарок, а на DIY. Вот он прям отлетает здесь.
Так что, когда выбираете, будьте внимательны. И здесь вот открываются эти окошки, они туда-сюда крутятся. И, в принципе, можно разных элементов еще сюда наклеить, если у вас есть под рукой, да, всякие пайетки, стразы. Но потом увидите, как я буду это украшать на видео, посмотрите мой вариант идей, и, может быть, вам понравится, вы тоже это сделаете. Ну, рамка прикольная, она легкая, правда, она вот гнется, и это не самое качественное дерево, конечно, но выглядит более-менее так цивильно. Вот, как можете заметить. Так что будет прикольно обклеивать это все, раскрашивать. Ну ладно, не буду больше спойлерить. Далее, вот такие вот трафареты. Взяла тоже, опять же, для DIY. Есть у меня кое-какая задумка. Есть очень-очень много разных вариантов вот этих трафаретов. Но у нас был более-менее нормальный только этот, и поэтому я буду искать еще дальше разные варианты. Что у нас здесь? У нас здесь показано, что можно либо на стены использовать, валиком обкатывать, либо губкой краску так вот промокать, либо кисточкой, либо на торт. Но я буду использовать для других целей, каких вы увидите потом на видео. Вот, так что такие вот трафареты. И последнее, что я больше всего просто хотела купить, не знаю, для меня это, не знаю, очень-очень долго я этого ждала. Это вот такой вот набор открыток. Здесь их очень много. Открытки Валентинки. Раньше я просто страдала манией скупки разных Валентинок, когда училась в школе и в университете. Мне их и дарили, и я дарила, и покупала тоже очень много. И таких, конечно, красивых еще не было. Были всякие фигурные, но вот эти вот я купила для своих бумажных друзей и для своих друзей реальных тоже. Да, и они идут вот с такими вот веревочками. То есть можно, например, дарить подарок, да, и использовать открытки как теги на подарочный пакет. То есть вот эту веревочку привязывать к пакету вместе с открыткой. А здесь у нас идет, да, они как-то вот неправильно разложены. Ну, смотрите, вот идут розовые, по два экземпляра, да, кстати, здесь такие вот очень классные. Потом идет две вот такие, тоже с мишкой. Очень классно, что они идут вот с блестками, переливаются. Я очень люблю открытки с блестками, я просто обожаю. Далее идет вот такие. Ага, смотрите. Что-то тут. Это идет сюда, здесь три. Тогда здесь у нас что? Раз, два. Получается, нет. Две. Вот такие вот. Очень красивые тоже. Они беленькие внутри. Можно самим делать разные надписи. Можно что-нибудь туда приклеивать. Вот эти вот безумно красивые. Больше всего мне нравятся. Просто потрясающе. Я бы вот реально безумно была бы рада, если бы мне такие подарили. Вот такие вот с птичками. Тоже очень красивые. Приятно. Вот такого цвета была, кстати, бумага упаковочная, как голубая. Но она была ярче, а вот это вот приятнее оттенок. Ой, смотрите, какими котятками здесь вообще красота. Просто прелесть. Ми-ми-ми. Обожаю полоску. Далее идут вот классические красные. Happy Valentine's Day. Затем идут такие вот. Очень приятные в ретро-стиле. Очень красивые оттенки. Тоже люблю вот такие вот. Приглушенные коричневые тона. Затем идут... О, вообще красота. Смотрите, какие вкусные. Как будто это конфетки какие-то. Потом идет у нас вот такие вот с котиками. Посмотрите, красота. Вообще красота. Прелесть. Затем идут... А, сейчас, минутку. Осталось последние две. Вот такие вот голубые с сердечками. Да, вот.
Очень красивые. Очень-очень-очень красивые. И последние две идут вот такие вот. Просто с букетиком таким сердечек. Как будто они воздушные шарики. И написано «Я тебя люблю». Так что вот такой вот набор открыток. Это, мне кажется, самый лучший всех покупок за сегодня. Вот, так что покупок было много, как видите. И надеюсь, вам что-то понравилось. Извините, что выкладываю это видео уже так поздно. И надеюсь, все равно оно будет актуальным. Вот, так что всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.